теме городского хозяйства. Глава администрации Мурманска Евгений Никора провел онлайн-встречу с жителями Октябрьского округа. Такой формат уже стал традиционным. Мурманчан волнует благоустройство дворовых территорий, снос ветхих строений и переселение. Особое внимание главы администрации вызвало обращение северянки о предоставлении ее сыну медицинской помощи в индивидуальном порядке. Евгений Никора взял эту ситуацию на личный контроль. Большой блок вопросов жителей Октябрьского округа касался работы управляющих компаний. Некоторые мурманчане обратились к сити-менеджеру по поводу отсутствия в их квартирах горячей воды. Чтобы решить эту проблему, запланирована замена 30 теплообменников на квартирных домах, напомнил Евгений Никора. Здесь предметно по каждому адресу, по каждой управляющей компании мы будем проводить разбирательство и в рамках своих полномочий, и будем, естественно, просить государственную жилищную инспекцию также нам помочь в принуждении управляющей компании качественно оказывать услуги жителям города-героя.